Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет необычное видео, это будет видео-ответ администратору Том Фриман. Какой я сделал, так сказать, ответку Тимохе? Но я это не сделал из-за того, что Тимоха это меня попросил и так далее. Просто он в видео упомянул меня, и я хочу кое-что объяснить там и так далее. Я не буду там оправдываться, просто он здесь косянул. Я об этом даже здесь написал. Только с другого аккаунта, потому что я не могу снова зайти через другой браузер. Итак, Том Фриман выпустил видос, типа, ответку, где я рассказал, типа, правду про Тимоху, там, и так далее. Я не буду никого оскорблять, и так далее. Просто посмотрим видос, я именно пару моментов выделю, и все, и скажу лично свое мнение, и так далее. Кто не знает Тимоху... Забанил вот этот администратор Том Фриман за то, что Дэйма сначала посадил в Деморган, потом вроде выдал Варн ему и забанил все аккаунты типа продажа номеров. Если хотите узнать подробно, смотрите на его канале, я не буду там за него говорить, потому что это его дело, он лучше знает, я не буду в это вмешиваться как бы. Смотрите, видос Тома Фримана. Заставочка тут у нас и так далее. Всем привет, с вами Котов, и это мое первое видео, видео-ответ даже можно сказать, на тот момент, когда меня там... И начнем мы именно с того, что данный индивидуум, которого вы сейчас видите на экране, утверждает, что я предвзято отношусь к нему. Ну и еще также плачу некоторых игроков сервера. Ну, давайте подробнее начнем с самого простого. Почему он был забанен? Видите, скриншот переписки, как он говорит... Не отрицать того, что да, переписка есть, но продажи не было. Была попытка продажи. И то это просто переписка ВКонтакте, а не в игре. Поэтому я не знаю, тут спор на самом деле, потому что, возможно, да, попытка была, а именно продажи не было сим-карты. Я ничего не продавал, я покупал сим-карты для друзей и так далее. Это он говорил на своих видео. Если я не ошибаюсь, либо где-то писал, но я точно не даюсь подробности, потому что я не настолько медийная личность, чтобы я наблюдал, следил и так далее. Здесь вы видите сим-карты. Именно по этим сим-картам я нашел все его аккаунты и произвел, естественно, бан. То есть, пусть не удивляется, почему его основной твинк, твинк основы и так далее, и тому подобное не был забанен. И тут начинается самое интересное. Помните тот момент, когда он сказал, что именно Влад Эмил... Влад, да, тот самый Влад, который вы видели, наверное, тоже на его видосах. Многих тоже начало гореть, типа, а, Том плохой, Том платит и так далее. Давайте посмотрим, что было на самом деле. Как вы видите, я стал наблюдать именно за тем, за... Сейчас посмотрим, чтобы вы вникли в суть именно в видео. Произвел два убийства, то есть вы видите. Человек с ником LL убил одного игрока, был второго игрока, естественно, я начинаю за ним наблюдать следом, вы видите. То есть никто мне в репорт не писал, никакой Влад. Никто. Вот он, чат, вы это все видите. Пожалуйста, где Влад, скажите. Не знаю. Почему он так бомбит, я тоже не понимаю. Он на видео говорит. Влад стал стрелять первым. Том Фриман этого не увидел. Конечно же, я этого не увидел, потому что этого не было. Давай посмотрим, как было на самом деле. Они просто катаются. Катаются по городу Южному, едут неизвестно куда, я не могу знать, куда они едут. Я не могу знать, что именно Влад окажется там. И Владу это сказать не могу, что именно они едут сюда. Вы понимаете это? Я не думаю, что вы настолько глупые, чтобы это не понимать. Вот сейчас именно смотрите внимание именно за мной. Не за Тимоха, а сейчас посмотрите именно на меня, на моего персонажа. Вот все внимание на него. И, пожалуйста, тот самый момент. Тот скриншотик, где он говорил, типа, а, это не доказательство, это ничего не значит, я никого не убивал, ты чё, это Том, он плохой, снять, убить, все. Том плохой. Так, теперь смотрим. Смотрите, я изначально вышел из машины и просто последовал за ним, он без причин начал меня стрелять. И Том Фриман почему-то ничего не сделал, да? Вот почему ты, Том Фриман, ничего не сделал? Давайте пересмотрим этот момент. Давайте сейчас пересмотрим. Я не думаю, что вы настолько глупые, чтобы это не понимать. Смотрите за мной именно обратно.
тот скриншот, где он говорил, типа, а, это не доказательство, это ничего не значит, я никого не убивал, ты чё, это Том, он плохой, снять, убить, всё. Том плохой. А? Увидели? Да, увидели. Я просто вышел из машины и последовал за ним. У меня даже оружия не было в руках. Я просто последовал за ним, и он начал мне стрелять. Посмотрите на мой ХП. Вот смотрите сейчас. Перемотаю чуть-чуть. Он просто начал меня стрелять. Вы понимаете. Это прекрасно видно. Глупый, чтобы это не понимать. И, пожалуйста, тот самый момент. Тот скриншотик, где он говорил, типа, а, это не доказательство, это ничего не значит, я никого не убивал, ты чё, это Том, он плохой, снять, убить, всё. Том плохой. А? Увидели? Увидели, да? Вот почему я просто вышел из машины. Да, Тимоха начал стрелять первый. Я не спорю этого. Я не спорю. Но я, лично я, просто вышел из машины и последовал за ним. У меня даже не было оружия в руках. И этот Владраф меня стрелял. Почему же тут Том Фриман такой справедливый? Никакой не Блати, да, вообще не Блати. Тут вообще не похоже на Блати, пацаны. Не, не, блядь, вообще нихуя. Почему ты его не наказал за то, что у меня просто начал стрелять? Ты видел? Я не достал оружие, я не бил его, я не стрелял в него. Я просто последовал за ним, а он меня открыл огонь. Давайте еще раз посмотрим, давайте. А, это не доказательство, это ничего не значит, я никого не убивал, ты чё, это Том, он плохой, снять, убить, всё. Ну там было видно, что пули летят в меня, да? Почему же, Том Фриман, ты ничего не сделал, блядь? Ну серьезно, ты такой, ты умный такой, всё, да, не спорю, у тебя пруфы есть и так далее. Но какого хуя ты ничего не сделал, понимаешь, какого? Ты не блатишь никого, почему ты его не наказал? Ты видел, что он в меня стрелял, у меня не было ни оружия в руках. Ни намерений никаких не было его там дэмить и бить. Да, потом, смотри, я дашь разрушить машину. Пожалуйста, садится второй его кент. И... Момент. Он вылазит из машины и тоже начинает стрелять. Естественно, наказание было выдано верно. Случилось. Не спорю, наказание было выдано верно. Но, блядь, почему ты, когда он меня дэмил, ничего не сделал? И да, наш Владраф только решил включить биндер. Браво, блядь! Красавчик. Молодец. Просто. Тут не спорю, да, я начал, сел в машину, багаюзом стрелял, я за это ничего не говорю. Но какого члена, блин, ты ничего не сделал, когда он открыл в меня огонь без причины? Я просто вышел с тачки, последовал за ним. Не Блад? Не, конечно нет. Смотрим дальше. Так, пожалуй, начнем с этого момента еще. Сейчас, я это не отрицаю. Сейчас. Человек, есть кто сам Владраф, для меня знакомый человек, есть, но общаюсь, я это не отрицаю. Пожалуйста, да, я общаюсь. Да, ты общаешься, но то, что ты им помогал подарки собирать, да, это тоже круто, да? Просто, ну, у меня был скриншот, как просто ты, Владраф и кто-то еще был, я не помню, кто-то третий был, тоже такой ДМщик, одновременно собрали подарки. Ебать, это совпадение, пиздец, да? Вот ебать совпадение, я в шоке. Этим человеком, но это не значит, что я его буду блатить. Я на его стороне. Это не значит, что его будешь блатить, ты и так его блатишь. Это было показано до этого, как я показывал. То, что ты ничего не сделал, когда он начал меня дэмить без причины. Есть свои люди, на которые они, конечно, реагируют. Типа, вот он показал видео, вот он рассказал, так все описал, что вот якобы, да, действительно, я там плохой. Но ни одного доказательства он в своем видео не предоставил. Ни одного доказательства, блядь, там пруфов, блядь, пиздец, вот так вот пруфов, блядь. Просто вот так вот. Кому интересно, посмотрите, зайдите последний видос на канале, и первый можете посмотреть, второй. Просто пруфов до хера. Жалоб на него тоже до хера, да, там не одобряют и так далее, ну, ладно, это попозже. Чувак снял аж два видео бомбежки своей в мою сторону, и, скорее всего, снимет еще третье видео, так он надеется, что его разбавит. Это ты надеешься, что он снимет. Потому что он видит твои ролики и решит тоже записать. Я не знаю, возможно, запишет, я ему ничего не писал, не говорил и так далее. Поэтому ты на это и рассчитываешь, понимаешь? Тут, блядь, и так понятно. А, нет, все-таки он, я был неправ, мне снимут, дадут наказание мне какое-то. Нет, чувак, я... Он что-то не говорил не наказание, а... Как она называется? Беседу с собой провести и все. Не думаю. Так, у меня достаточно доказательств. Не оскорбляет ни своих видео.
Так как у меня не накрученные подписчики, они все мои. Окей, пусть будут твои. Я не против, что ты там занимаешься, снимай видео. Бля, к чему эти фразы были, что типа у него накрученные подписчики и так далее? К чему, как это касается именно того, что произошло, именно эта проблема, если можно так сказать? Видеообзоры там на свои Жигули. Делай, что хочешь. Видеообзоры на свои Жигули. Блять, ну ты же его смотришь, понимаешь, и так далее. Ладно, продолжим. Чел, но перестань обманывать своих же подписчиков. Ты говоришь, что у тебя есть Land Rover. С номерами 4-8. Чувак, ты, блядь, реально думаешь, что в это верят? Естественно, в это верят. Парни, точнее, даже не парни, а дети. Дети, которым 13-15 лет. Взрослый человек, которому уже за 18, точно в эту херню не поверит. Хотя ты сам как говоришь, что тебе уже давно 18 лет, и довольно-таки взрослый человек, обеспеченный. На секундочку, ему 19 еще. И у тебя есть Land Rover? Какого хера ты снимаешь какой-то обоссы? Где он говорил, что он обеспечен и так далее? То, что у него есть Land Rover, я тоже отрицаю. Блять, может, он просто по приколу сказал, понимаете? Но, блять, то, что он ездит на шестерке, как бы, блять, это нормально. Я не думаю, что там Том Фриман ездишь на Феррари где-то, да? Шестерка довольно-таки нормальная машина. Видеообзор. Вот сейчас слушайте. Дряхлую помойную машину. Блять, я вижу, ты там мажор, да, блять, вообще там на Rolls-Royce ездишь и так далее. Ты серьезно думаешь, что после этого тебе будут верить? В чем проблема снять видеообзор на свой Land Rover, охеренный Land Rover с блатным нервом? Естественно, проблема в том, что у тебя его нет. Он в начале видеоролика говорил, что типа я за ним сижу, блять. Откуда он вообще об этом узнал, если, блять, ну, это он говорил, наверное, раза три, если не меньше, блять, про это. Как он об этом узнал, я без понятия, если он за ним не следит, там, его видео не смотрит и так далее. У тебя тоже нет. То, что ты взял фотографию, где чувак стоит с ключами от Land Rover, и на фотографии есть этот Land Rover, ну, не доказывает тот факт, что он у тебя реально есть. Поэтому твое, как я и говорил на скриншоте, точнее, как я написал, что видео не несет никакой смысловой нагрузки. А, ну так, секундочку, я тут забыл, конечно, вам упомянуть. Так, сейчас, точно обеспеченный, и у тебя есть Land Rover? Какого хера ты снимаешь какой-то обоссанный видеообзор на какую-то дряхлую помойку? А, это я не так правильно понял. Так, идем дальше. Короче, тут где-то 5 минут пруфов, и остальное чисто переход на личность и так далее. На скриншоте, точнее, как я написал, что видео не несет никакой смысловой нагрузки. Как и второе, как и третье, и все твои видео, в принципе, не несут никакой смысловой нагрузки. Там нет смысла в твоих видео. Ты оскорбляешь администратора. Давайте вспомним случай. Бля, я вижу, ты у нас там, ну, типа мега-ютубер, да? Блять, да, мы мелкий ютубер, но, блять, мы уже снимаем видеоролики на протяжении 4 лет. Как бы, блять, и... Пиздец. Ты так говоришь кому-то, знаешь, ты там, блять... Сука, миллионник какой-то, блядь, какой все понимает, все шарит. Видео развлекательные. Он показывает, что он покупает, как дневник игры, можно сказать, и так далее. Это тебя волновать вообще не должно. Если люди подписываются, если люди смотрят, значит, им это интересно, блядь. С чуваком, с ником, бывшим администратором, это Ярослав Низма. Да, админ мразь, он там, блядь, блатит. Вы ловили бизнес тогда 24/7, кажется, в Арзамасе, я заметил, там тоже был, вот. Да, мы его ловили. Был админ Ярослав Низма. А вы заметили, что на протяжении, наверное, больше года, в основном, когда слеты бизнесов, их ловят фриманы. Совпадение, блядь, не думаю, потому что их приезжает человек 20 именно фриманов. И начинают всех дэмить, блядь, а потом они ловят бизнес и их перепродают. Совпадение, блядь? Нет. Это вам каждый докажет, что, сука, они постоянно бизнесы ловят и, сука, дэмят, блядь. Это вам каждый, сука, на сервере докажет просто, что, блядь, они дэмили. И он тоже дэмил, кстати. Пожалуйста, наблюдайте за этим. Здесь я есть, здесь это видео есть, и у него. Можете поискать, кому очень интересно найти там, где-то там, ищите.
Почему мы говорили, что Том Фриман, ой, не Том Фриман, а Ярослав Нисман, его сняли давно, короче, блатят. Понимаете, началась перестрелка, меня убили. Я, по-моему, взял тачку и поехал к бизнесу. И хуяк! Проехал на красный, меня сразу Ярослав Нисман садит. Совпадение, блядь, пиздец просто. Вот надо именно за мной было следить, да? Пиздец, вообще совпадение, ебать. А, ты звонил Валкерсу, мол, блядь, спасай, блядь, посади, забань, уничтожь их там. Это, опять же, в кавычках, да. Там, не спорю, мы сидели в этот момент с Валкерсом в скайпе. Потому что, блядь, понимаете, мы пришли из бизнеса, стояли, тут подъезжают, блядь, три машины, нахуй, Фриманов и так далее. Именно ОПГ Южная, именно приезжает там человек 20, блядь, и начинают тупо дэмить. Чё ещё делать, блядь? Вот что еще реально делать? А Нисман там стоит, ему вообще похую, блядь, там, он там недалеко стоял. Не было самозабания, это так я сказал. А то опять сказал, что вот он вас обманывает, он такого не было. Нет, это образно. То есть, ну, ты ему реально звонил, просил чем-то помочь. Типа, вот, просил не помочь, а следить, за, чтобы был порядок, блядь. Потому что был полный пиздец на тот момент. И надо было кому-то это разрушить. А потому что Нисман было похую, он, знаешь, кому-то, блядь... Знаете, типа нихуя не вижу, нихуя не знаю, блядь. Ничего посадят. Ну, в итоге вы, конечно, слились, бизнес мы поймали. Твоя мечта не сбылась. Слились, конечно, нас до морга на обоих посадили, блядь. Конечно, Ярослав Нисман с обоих посадил, понимаете? Обоих. Обоих, блядь. Совпадение пиздец, просто за 5 минут до того, как бизнес летает, я ехал к бизнесу, меня посадили и Тимоху наказали, то, что он неправильно оружие перелистнул. Охуенно просто, блядь. То, что у вас там 20 стрел стояло, блядь, всех дэймило, это тоже нихуя. Ведь ты хотел тогда поймать. Ну, было и было, подумаешь. Тогда уж я вот это вспомнил. Подумаешь, я и тогда дэймил, блядь, и сейчас блачу. Да похую вообще, блядь. В этот момент, тогда, видимо, у тебя конкретно прикипело на этого администратора, и ты его там знал, так оскорблял. Были, не знаю, были ли еще случаи, но как мне писал еще один администратор, Максим Волх, то, что ты его умудрился оскорбить. Да и в принципе, ты умудрился оскорбить. Да, было такое, понимаете? Тимох рассказал в своем видосе. Мы, он забрал меня с тюрьмы на машине дальнобойщика. Мы ехали. Приехал Влад Раф, какая-то шлюха, забыл ее. Даяна, вот это Лиман. Куй забанили, куян, слава богу. И кто-то еще был. Я пишу в репорт. Ты поезд, ТПХается вот этот Влад Волхов. Просто смотрит, ебать, садится к ним в тачку и все. Охуенно, да? Охуенно просто. На протяжении 3 часов они нас дэмили. Просто на протяжении 3 часов. Есть видео у меня на канале, я же бэй кидал на него и так далее. И просто он был в сети, понимаете. Он наказывал там людей. Когда мы ему пишем 0 реакции, когда мы что-то нарушаем, он сразу хуяк нахуй в деморган, блядь, и так далее. Понятное дело, Тимоха не выдержал и высказал ему все. И то он ему написал обмудок. И за это слово этот админ его забанил на 15 дней. Круто, да? За слово обмудок. Блять. Всех, блядь, и проект, и всех, и игра, блядь, и все, все, что только можно было. Ну тебя это не должно волновать, чувак. При этом ты на своем видео говоришь, это мой сервер, я его люблю, я буду на нем всегда играть. Играй. Никто тебе не запрещает. Кто тебе запрещает играть? Есть все-таки хейтеры, говорят, мы тебя выгоним с сервера и так далее, блядь. Вот, вот это видели? Вот это вот так вот, да. Вот и поэтому он так и говорил, что это мой сервер, я здесь играю, я не уйду. Вот он это имел в виду, если что, Том Фриман. Играй, только пожалуйста, убавь свое чувство собственной важности. Какое, блядь, чувство собственной важности, блядь? Ты вообще ебобо? Какое чувство важности, блядь? Чувак просто, блядь, хочет за справедливость и все, блядь. Да, где-то он прав, где-то нет, но, блядь, это его право. Чувак, если ты думаешь, что я реально плачу, сделай нормальное видео. Не где ты бегаешь в деморгане, лагаешь и нихера, непонятно, что ты не... Да, сейчас бы... Видите, он сначала обосрал его машину. Потом обосрал, что у него видео нету никакого смысла. Теперь обосрал, что у него ком халимый. Молодец, блядь. И подходя немного к концу, я бы хотел сделать небольшой такой итог. То, что на своем видео ты меня только оскорблял. И говорил то, что вот меня много жалоб пишут и...
типа я вот бесполезный администратор и вообще сливаюсь конкретно, но... Он говорил, что ты бесполезный администратор, он говорил, что ты портишь игру нормальным игрокам. Короче, блядь. Все эти жалобы, которые мне поступают, их отказывают. С исключением, да, там пару жалоб есть. А, ну, не пару, там, может, и больше, которые одобрили. Да на каждый сценарий на тебя, блядь, по 3-4 жалобы. Которые действительно одобрили. И где вот я забанил последние мои жалобы подобные, это где я забанил случайно дальнобойщик. Да, чувак ехал на дальнобойщике, походу поджимал альт. Он подумал, что это читы, и забанил его навсегда. Красавчик. И потом сразу ливнул с игры. Уровень, блядь, зашкаливает просто, блядь. Понимаешь, ты чуваку тупо снес все бабки, и просто, блядь, ну, как чувак писал, по-моему, у него не было ни выговор, ни вара, он, ты просто его, блядь, как оно называется, уважение просто его опустил. То есть там действительно был такой момент, как пролагало все жестко, и было очень похоже. Пролагало все жестко. У тебя же компьютер охуенный, ты же тебе можешь лишь у него лагает все, ебать. Почему же у тебя пролагало, я не понимаю, блядь. Нужно искать. И я прекрасно знаю, сколько едет какая машина. Ну так а какого хуя, если ты знаешь, как едут все машины, блядь. Чувак ехал 108, и ты ему хуяк бана всегда, блядь. Похуй, что у него подлагивало, он ехал 108. У тебя по спидометру, по идее, должно показывать было. И как ее заставить ехать там стандартной скоростью, даже без всяких тюнингов? Так почему, если ты это знаешь, ты, блядь, об этом не подумал, когда чувак за чувакам следил? Не? Не зашло тогда? Это рассказывать, я это все прекрасно знаю. И в итоге, что мы получаем? То, что я сделал видео, где рассказал и показал много. Ты сделал видео, где ты только меня обзываешь, оскорбляешь и призываешь людей флудить, свободки и везде распространять. Заметь. То, что они про тебя писали в комментариях, никто их к этому не призывал. Это личное было их мнение, какое они высказали. Нет, видео, что там плохое. В остальном я тебе не хочу никак задеть в жизни. Я не буду выкладывать твои фото. Задеть в жизни, блядь. Ты обосрал его машину. Ты обосрал его комп. И так далее, блядь. Да, ты личность его там не затронул, но, блядь, ты его обосрал все равно. Ты перешел на его личность. Как-никак. Фотографии, ты их достаточно у тебя много на ютубе, так как и ты личность. Ничего, что ты в переписке его фотографию спалил? Не подумал об этом. В жизни совсем возможно другой. Задевать тебя лично я не собираюсь. Как-то оскорбить. Не собираюсь, ну, блядь, сделал это, блядь. Охуенно, молодец, блядь. Там унизить и так далее. Лишь я скажу следующее, что ты там вставляешь мои фотографии на обзор всем и говоришь, что я якобы такой плохой. Не фотографии, одну фотографию, всего лишь одну. Одну фотографию. Какие фотографии? Делать тебя лучше и только... Ну, не понимающий человек тебя поддержит в этом. В остальном мне многие писали, типа, вот, реально, что за бред, что происходит, что он несет. Я знаю. Ой, блядь. Тебе писали это неадекваты. Какие, блядь, плюс Сэша, Дэймит и так далее. Чипкасовы, Бабаевы, Фриманы, блядь, что там еще есть, блядь. И так далее. И все это знают, этих людей, что они ДМщики ебанутые, блядь. Их нахуй, сука, надо всех деактивировать, блядь. Знаешь, ты не такой. И многие мне это писали. Это я вам покажу тоже. Ну, сади комментарии, почитай. Там тоже многие о тебе много чего писали приятного. Почитать тебе будет приятно. И, в принципе, это итог моего видео. Здесь достаточно того, что ты... Тимоха кинул жалобу, он пишет, ебать, Тимоха крыса. А чё, это жалобы нельзя кидать? Прикольно. Ты не прав. Ты обманываешь своих подписчиков. Про остальное даже говорить ничего не хочу больше, так как... факт обмана на лицо. Ну, на этом мне... На лицо, блядь. А ты прям святой, блядь. Смотри, ещё корона пойдёт. Спасибо, что... досмотрели это видео до конца, мне будет очень приятно, так как это мое первое видео и надеюсь последнее. Ладно, чуваки, я не буду вам там ничего втирать, навязывать свое мнение, я высказал просто. Вы просто можете послушать, закрыть этот видос и все, и ничего для себя не понять. Я высказал именно свое мнение, я говорил в основном за себя и добавлял кое-что про Тимоху. И все. Не знаю, будет Тимоха снимать ответку ему или нет. Я высказал свое мнение просто.
немного пооскорблял, потому что, блядь, подгорает, знаешь, ну. Он говорит, сначала одно, потом другое, блядь. Ну, вы поняли, короче. Видос, конечно, долгий вышел, но зато я подробно все разобрал. Мне похуй, можете там ставить лайк, дизлайк и так далее. Просто напишите, кто прав, а кто нет, в комментариях. Не нужно там, блядь, все пидорасы, там, тот пидорас и так далее. Такого не нужно, я просто высказался. И Том Фриман не принимает это, если что, близко к сердцу. Чисто мое мнение. У каждого есть право на мнение. Ты вот тоже снял видос и рассказал. Я никаких видосов не снимал, потому что Тимохина тема была, но в этом видео ты затронул меня. Мне случайным образом видео это попало в руки. Вот, если что, в конфу просто кто-то скинул, вот этот чувак. И все. А, ну ты же ему скинул, наверное, сказал, скинь сюда, еще в эту конфу. Ну, хотя не знаю, не буду пиздеть, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Ой, не ставьте лайки. Короче, блядь, делайте, что хотите, нахуй. Я просто вам высказал свое мнение. Всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north.